Общественные наблюдатели совместно с депутатами Думы проверили скверы Владивостока. Ранее эти территории были благоустроены по различным программам. Так, после преображения в 2022 году Некрасовский сквер стал местом притяжения горожан. Здесь можно неспешно отдохнуть на лавочке или прогуляться. Я считаю, таких территорий должно быть как можно больше именно в городе, в черте города, что не нужно будет выезжать куда-то за пределы для того, чтобы там приятно провести время. Сквер в районе Ильичева 3 раньше был местом, которое многие обходили стороной. Теперь здесь пространство, которым активно пользуются горожане. Здесь был пустырь, здесь были сорняки, было много мусора, и люди очень сильно просили какие-то общественные пространства в данном районе, чтобы можно было просто выйти погулять и привести территорию в соответствующий вид. Поучаствовать в благоустройстве города может каждый житель Владивостока. Для этого до 30 апреля необходимо проголосовать на сайте 25городсреда.ру за территории, которые будут благоустроены в 2025 году. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.